Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Василий Дулепинских и водитель Денис Печкалев. Ну а колесим мы по дворам и улицам Перми на комфортабельном автомобиле Cherry M11 от компании Демидыч, что на Ким-75. Надо же, как креативно подошли жители к украшению новогоднего дерева, подумали мы, когда приехали на студенческую 13. Вместо елочных игрушек они использовали обычные, детские. Но оказалось, все не так уж и позитивно. На самом деле, таким образом, один из местных жителей избавился от игрушек, выбросив пакеты с ними недалеко от подъезда. Уже третий день на Чкаловской дамбе в районе микрорайона Садовый стоит брошенная девятка. Ну, не просто брошенная, по ней видно, что она попала в аварию. И дело даже не в том, что ее уже почти разобрали вандалы, а в том, что находится машина на встречной полосе движения. Из-за чего на этом участке дамбы постоянно возникают автомобильные пробки. Вот именно водители звонят в нашу информационно-справочную службу, жалуются и просят найти владельца разбитой машины. Уже больше года стоит ограждение на строительной площадке, расположенной на пересечении улиц Ким и Ивановской. Работы здесь никакие не ведутся. Между тем, навес на пешеходной зоне начал сдавать свои позиции. Деревянные опоры покосились, стена деформировалась. А ведь это единственное место, по которому пешеходы могут преодолеть этот участок улицы. Вот и непонятно, что более безопасно – идти по проезжей части или же под навесом, который в любой момент может рухнуть. Когда на улице почти минус 30 градусов, как сегодня, многим пермякам хочется вернуться в лето. Хотите в лето? Нет ничего проще. Перемещайтесь. Лето! Ох, лето, лето звездное, звонче бой. Лето, ох, лето, лето звездное, будь со мной. Надеемся, что сейчас вам стало хоть чуточку теплее. Желаю вам еще тепла и душевного. Прощается с вами дежурная бригада в составе Анны Водоватовой, Василия Дулепинских и Дениса Печкалева. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.